Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 6310 изменить язык системы. Заходим в меню, далее переходим в пункт настройки, настройки телефона, язык. И здесь выбираем язык, который хотим установить. Скорее всего, у вас здесь будет русский, если телефон куплен в России. Просто выбираем его и нажимаем ОК. Как видите, язык изменился. Я лучше изменю обратно на английский, потому что... я думаю, английский понимает больше людей, чем немецкий. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!